Здравствуйте! С вами вновь Иллюзион и ваш Михаил Яська. В прошлый раз я вам рассказывал о Гарри Гудине, о его становлении как эскаполога и об его известном трюке метаморфоза, который он делал со своей женой Беатрис. До сих пор этот трюк используют в своем репертуаре современные иллюзионисты. Да, было много поклонников этого трюка, но для него это было мало. Ему хотелось что-то больше. Гудини и дальше усовершенствовал свои трюки. Он работал под водой, когда на него цепляли гири 30 килограммов, полностью окутанный цепями и в наручниках. И он освобождался. Следующий знаменитый трюк – это было прохождение сквозь кирпичную стену. Особенно были популярны его трюки побеги из тюрем. Его закрывали во многих тюрьмах многих стран. Его закрывали в бутырке, из которой никто еще не смог убежать. Но в 1903 году Гудини был первым, кто смог покинуть это заведение. Причем его осматривали врачи, его раздели догола, осматривали его на предмет отмычек. Он был чист. И что было? В конце концов, он не только освободился, он оделся в гардеробе и многих заключенных ради смеха поменял местами. Вот такой был Гудини. Шутник. Сейчас я вам покажу трюк болт с гайкой. Болт, гайка, замок и Владимир. Владимир, еще раз. Владимир, давайте сделаем так. Проверьте все. Обычно. Гаечка целая? Да. Гаечка целая. Замочек целый? Закройте его, откройте. Все проверяйте. Я разрешаю проверить абсолютно все. Это магия. Да, вроде все. Все, да? Прекрасно. У вас есть кольцо? Да. Обучаю. Дайте мне его. Обучаю. Да, я думаю, верну когда-нибудь. Владимир, проверяйте свое кольцо. Что-то ваше кольцо, оно целое. Мое. Ваше кольцо, да? В чем заключается трюк? Смотрите, Владимир. Вы уже проверяли, да? Ну, никаких обманов, правильно? Для чего вот это отверстие в болтике? Не думайте, не знаете для чего. Что-то нужно поставить. А что-то вот мы возьмем и замочком закрепим. И внутри будет кольцо. Здесь. Ваше кольцо. Может, оно там и останется, конечно, навсегда. Я это не гарантирую. Так, где же ваше колечко? Прекрасно. Колечко надеваем на этот болтик. Закрываем. Вопросы есть? Попробовать. Ну. А сам? Ну. Все нормально, верно? Да. Итак, замочек. Закрываем. Ключик вот. Кстати, я забыл проверить эту ткань. Здесь тоже нету ключей. Прекрасно. Ну, можете также смотреть, что дополнительных ключей у меня нет. Ну, давайте, могу даже закатить рукава. По вашему желанию. Итак, Владимир. Это... Это эскейп. Все на месте. Замочек на месте, гаечка на месте, болтик тоже на месте. Ваше колечко. Надеюсь, целое. Я надеюсь, что целое. Спасибо. Итак, это была магия. И я ваш, Михаил Яська, в вашей отныне любимой передаче
Иллюзион. Я надеюсь, вам с нами было интересно. До новых встреч!